Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, у Максика вышел новый трек. Максик. Новый клип. Новый клип. Максик, спасибо тебе большое. Давно ждали. Максик, мы рады всегда твоим новым произведениям, трекам, клипам, альбомам. Максик, я понимаю, что это очень тяжелая работа написать альбом. Пиши, пожалуйста, мы ждем. Ну что, ребятки, вот новый клип. Посмотрите, какая картинка, да, ребят? Вот мне интересно, что будет. Интересно прям. Премьера клипа. Очень интересно, да, ребятки? Прям вот интересно. Не знаю, ребятки, я давно Максика не видела, ребят, да? У него новый татуаж, что ли, ребятки? Или просто это так? Я не знаю, ребят. Вот над губой, по-моему, этого раньше не было. Как вы думаете, ребят? Или я просто не замечала, что получается? Это картинка или новый татуаж, ребят? А? И вот здесь это раньше не так было, да? По-моему, не та картинка, да? Ребят, посмотрим. Максик, привет тебе большой. Привет. Очень скучали по тебе. Поехали, друзья. Ребят, конечно. Ребят, что скажу? У Максика, конечно, голос индивидуальный, да? Ни с кем не похож, да? Ни на чей не похож, да? Скажи. Да, круто. Крутой голос у него, ребятки. Он так классно поет, ребят. Такой тембр голоса нереальный, ребятки, да? И вот клип. Начало клипа, ребятки. Необычное, интересное. Голос такой, да? Он вышел из ледяной пещеры. Да, ребят, это вот о чем говорит? Что он очень творческий, он очень, знаете, ребятки, талантливый. Он именно вот, ребят, талантливый. Клипы у него какие интересные, да, вот клип, начало клипа интересное. И знаете, он одет так, и как сказать, макияж такой у него, ребятки, это все равно макияж считается клипу, ребятки, да. У него все сделано классно, ребятки, все продумано, да. Вот до мельчайших подробностей, до мельчайших деталей, ребятки, да. Музыка, голос, все интересно, ребятки. Давайте слушать дальше. Все себе, чтобы мама не знала, что со мной сейчас происходит. Меня тащило почти каждый раз из-за боя под белыми звуками. Крою последняя мелочь, но то, чтобы убить, и на все дурные вещи. Но какое последнее, это же вас так ничего. 18, а мне уже я уголок, я моя любовь превратилась. Случайные встречи постелены на свой стол. Интересно, да, что вот деда взял танцевать, да? Угу. Ребят, дед танцует. Очень тревожно ему. На грани нервного расстройства, ребятки. Вот опять в треке чувствуется какой-то вот накал тяжесть. Страстей. Накал страстей. Но он тут рассказывает, да, какой опыт у него был негативный, да, с, да, с запрещенными, ребятки, веществами. Да, что да, он, ребят, чувствовал о своих эмоциях, да, о своих чувствах. Да, ребятки. Ну, мне очень... Ну, мне, знаете, кишлак мне нравится, вы знаете, ребятки. Я всегда это говорила. Нравится вообще все. Нравится... Ну, самое что главное, меняется. Это... Самое главное, голос, ребята, шикарный, красивый. Классно, что он себя в музыке нашел, да? Да, да, вот да, что, я рада, да. Что он своему голосу применение нашел. Я, ребят, еще раз повторюсь, да, я слушала интервью с его, ну, не одно интервью слушала, но мне нравится ход его мыслей. Он очень добрый человек. Да, он, да, добрый человек, он хороший мальчик, да, ребят? Останови вечеринку, выкину хлам и мусорку. Я буду пить свою музыку, мы будем пить мою музыку. Прыгай, слезай, словом, ты как реально, что мать не найдёт. Я думаю, тебе скоро пройдёт. Я с тобой лес, когда ты себе, ты моё горе. Ты моё горе. Остановите музыку! Я знаю, что я не прошу, но я знаю, что я не прошу.
такой запоминающийся, да? Да, запоминающий. Припев. Ребята, и какой он, вы знаете... Яркий талантливый, припев очень. Он талантливый, да. Красиво сделал. Яркое исполнение, ребят, да. Он все сделал прям по максимуму, да, скажи? И клип классный сделал. И как он себя... Знаете, как образ он себя, какой интересный образ какой нашел. Создал, да? Это же нереально, ребятки. Молодец, молодец. Ну что, ребятки, скажу. Что делает Кишлак, мне нравится, ребятки. Нравится, ребятки. Хороший трек, хороший клип. Очень интересно сделано, да? Скажу, очень интересно. Опять вот в этом клипе у него и в треке в этом внутреннее какое-то противостояние, да, ребят? Он что-то хочет найти себя, ребятки, да? Вот опять в этом клипе. Но он себя нашел, я нашел. Думаю, в жизни. Да, в жизни. Но вот он все равно вот воспоминания... В клипе, ты имеешь в виду, да, в поиске вот находится. Все, да, в поиске. Посмотрите, как картина, ребят. Посмотрите. Это же крик его души, крик его сердца, понимаете? Я слышала много у него клипов, ребятки. Я слышала клип о любви у него, как он классно, красиво поет. Вообще, у него голос классный, конечно. Очень талантливый артист, ребятки. Очень талантливый исполнитель. Мне он очень нравится, ребятки. С удовольствием его послушала. Ребят, все сделал классно. Все сделал. И музыку, и клип, и голос. Вот все на пять, ребятки. Молодец. Прям супер, ребятки. Очень довольна. Мне понравилось очень. Максим... Ну и вот этот припев, который вот туда прозвучал, вот, очень сильный, конечно. По звучанию это шикарно просто. Да, шикарно. Так, ну, аранжировка музыки какая-то, да, музыка такая мощная, да. Мощь пошла, да, мощь в припеве прям. На-на-на, мощь, мощь. Молодец, Максик, умница. Все понравилось. Прям, знаешь, 10 из 10. Супер. Пока, друзья.